Министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов обсудил с главами администрации районов вопрос сезонного снижения закупочных цен на молоко из личных подсобных хозяйств. О причинах и возможных решениях проблемы в нашем сюжете. История, которая повторяется каждый год. Весной молоко падает в цене, что вызывает большое количество жалоб от населения. Так называемый период большого молока длится не так уж долго, но приносит ощутимые потери владельцам личных подсобных хозяйств, фермерам. В Красночитайском районе, в Янтиковском, Шумерлинском, Аликовском, Ядринском, Урмарском, Вурнарском районах резко упали цены на молоко. Как раз именно с этих районов начали поступать обращения граждан. Значит, мы где-то недоработали. Цена сырого молока зависит от многих факторов. Откуда забирается молоко, какого оно качества, какие затраты несет производитель. Почему разница в цене? Потому что для того, чтобы у населения собрать молоко, нужно провести определенную работу. Это транспортная логистика, затраты на зарплату водителю, дизельное топливо, оформление документов о ветеринарной службе и расчеты с населением. Личные подворья они собирают и сдают, не рассчитывают ни налоги НДС, не рассчитывают то, что перекупщики, кто у них забирает молоко, должны это перевозить и так далее. То есть хозяйство это все берут на себя, поэтому здесь это вопрос такой сложный. Чтобы не терять деньги на продаже сырого молока, надо вплотную заняться глубокой переработкой. С этого года власти намерены возмещать до 30% на покупку оборудования по переработке молока и предоставлять субсидии на маркировку продукции. Это позволит сохранить поголовье скота и сдержать рост цен на молочную продукцию для населения. И второй момент. Для владельцев личных подсобных хозяйств сохраняется возмещение затрат на содержание коров. В этом году, в 2021, заложено в республиканский бюджет более 171 миллиона рублей. И, естественно, будет выплачиваться по разным категориям коров на 100 рублей больше.